Приветствую всех! Меня зовут Яна Напольских, и я хочу рассказать о своем опыте взаимодействия с Яной Корниловой. Я могу сказать, что Яна изменила мою жизнь полностью. Она действительно меня трансформировала. Ключи, которые дает Яна, само взаимодействие с ней. Я могу сказать точно, что это полностью меняет человека и его жизнь. То есть я, которая была до встречи с Яной, и сейчас – это разные люди. Ключи и информацию, которую дает Яна – это единственное истинное и эффективное, и то, что действительно может изменить человека и его жизнь. Говоря о себе, я могу сказать, что я, например, научилась распознавать личностную сущностную чистоту. Причем со временем уже распознаешь личность еще до того, как она захватила, то есть ты не даешь ей захватить тебя. Выстраивание наблюдения мне давалось непросто. Сначала это было прям такое напряжение постоянное, чтобы удерживать его. Но постепенно, со временем, оно вдруг становится тобой. Ты как бы не можешь сказать этот момент, когда это произошло. Это не по щелчку пальца. Просто в какой-то момент я почувствовала, что вот это вот, скажем так, количественное переросло в качественное. И я уже становлюсь этим все больше и больше. Я стала очень сенсорной. Я стала чувствовать людей, считывать их хорошо. Я стала видеть траектории каких-то событий. То есть ты реально становишься таким ясновидящим, яснослышащим. Я стала балансировать себя сама, помогать себе научилась. Я стала все больше и больше опираться только на себя. Я перестала так бояться чего бы то ни было. То есть в любой непонятной ситуации я знаю, как себе помочь. И вообще появилось ощущение, что безвыходных ситуаций не бывает. Ощущение, что я всегда могу себе помочь. Я стала больше видеть себя, больше этой правды, больше разотождествления со своей личностью. И со временем, вот я что заметила, что чем дальше, тем ты больше и больше становишься этим, если ты это все применяешь. Благодаря Яне у меня стала больше расти такая сила духа. Я стала находить ответы на свои вопросы в себе и собой же. Яна, конечно, уникальный человек. То, что она вскрыла собой, все эти ключи, все, что она дает людям, это уникальные вещи, их нигде не встретить, не найти. То, как Яна подводит человека к его собственному ответу, какие она умеет задавать вопросы. То, как Яна выставляет противовесы. Это гениально, это уникально, это виртуозно, это ювелирно. И я могу сказать, что сейчас есть люди в эзотерических кругах, которые проводят всякие там сатсанги, ретриты. Я стала слышать, что они начали плагиатить Яну, какие-то термины ее повторять. Не буду называть имена, но такие есть. Но я хочу сказать, что это все совершенно не то. Они не могут помочь людям, потому что они собой это не вскрыли. А это непросто. Это процесс очень непростой. И проверить их очень легко. Стоит начать задавать им какие-то вопросы, и они все, они сдуются, они не смогут ответить на них. И в этом отличие Яны. Еще я хотела сказать о голосе Яны. Вот голос Яны обладает такой трансформационной силой, что когда ее слушаешь, неважно, это видео или аудио, какой-то материал, то внутри что-то меняется, как будто бы это прорастает в тебе. И чем больше слушаешь, тем больше это в тебя прорастает. И в совокупности с применением ключей это дает такой эффект, такой результат мощный. Вообще информация Яны, она такая многослойная, многоуровневая. У Яны нет ни одного вообще лишнего слова. Каждое слово у нее ценно, весомо, значимо. И информация такая, что слушая даже 100 раз, каждый раз будет, как в первый раз, что-то новое открывается. Я это знаю по себе, потому что когда слушаешь, вот я каждый раз ощущаю, что вау, вот, а это я сейчас ощутила собой, а я вот сейчас я знаю. И вообще вот этот вау-эффект, когда вот Яна что-то тебе говорит, рассказывает, ты узнаешь от нее,
И потом, когда ты это ощущаешь собой, это всегда такой вау-эффект происходит. И отдельно хочу сказать о том, какой Яна человек. Мне посчастливилось знать Яну лично, видеть ее, встречаться с ней. И я могу сказать, что это действительно уникальный человек. Она очень теплая, очень добрая. У нее такая энергетика, что вот в ее присутствии тебе как поднимает. Ее энергетика такая мощная и в то же время очень теплая. Яна, она вообще очень светлая. Она есть любовь. Она очень чуткая, очень понимающая, очень заботливая. Ее энергия – это энергия дома. Яна – это суть, это воплощение сути. И это воплощение любви. И это очень чувствуется. Еще Яна всегда оказывается в нужное время. Вот есть у человека какой-то запрос или какая-то ситуация, и включаешь ее запись или читаешь ее пост и находишь ответ. Или просто начинаешь с ней общаться, ничего ей не говоришь, а она отвечает тебе на твой вопрос. Это удивительно. И я хочу сказать, что Яна – это единственная просветленная. Больше просветленных я не встречала. Я это знаю, я это могу ощущать на себе, применяя все ключи, которые она дает. Можно говорить о просветленных, можно говорить, что люди просветленные существуют, но я таких не встречал, потому что процесс просветления – это не что-то, как описывают, что это вдруг снизошло, и ты просветлился. Нет, это не так. Яна, она действительно просветленная. И она единственная, кто может проводить человека по этому пути просветления к себе настоящему. Яночка, я очень благодарна тебе за то, что ты мне даешь. Я очень тебя ценю. Я очень тебя люблю. Я очень тобой дорожу. Для меня важно и значимо каждое твое слово. Ты действительно меня исцелила. Я знаю, что я еще в процессе, но я это уже ощущаю. Спасибо тебе за твою поддержку, за твою доброту, за твою любовь. И я, в свою очередь, обещаю тебе, что я всегда буду с тобой, буду тебя поддерживать, буду помогать, чем могу. Я знаю, что твой звездный час еще впереди. Я знаю, что тебе узнают люди. Люди в тебе нуждаются. Просто не все еще это знают. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю успехов на пути к себе, и пусть все сложится наилучшим образом.